надо сказать, друзья мои, Финляндия красивая страна, много природы, леса, свежий воздух, красиво. Будучи в Финляндии, могу сказать, им тут нечего делать, кроме как делать бизнес, зарабатывать деньги, играть в хоккей и дышать свежим воздухом. Вы посмотрите, в какой красоте они живут. Это Виала, маленький городочек. Здесь находятся наши предприятия, ТДМ. Мы здесь производим экструдеры, запчасти, производим ремонт машин, производим пилы от системы адресной подачи. Но посмотрите, какая красота. Хочется жить. Сейчас октябрь на улице. Пасмурно, солнца практически нет, маленькие домики, лес. А что делать? Работать, зарабатывать деньги, развиваться, заниматься спортом, растить детей. Красиво. Вот так живут обычные финны. В маленьких домиках, в основном одноэтажных. Вот. Лес, везде лес. В меру хорошие дороги. Красиво. Работайте с нами, друзья. ТДМ, Ликон Украина. Вам удачи.